Дорогие подписчики, друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить о такой модели, как Nokia Nordman SZ2, одна из новинок этого года. Итак, рисунок протектора у данной модели асимметричный. На евроэтикетке мы видим такие данные, как устойчивость к клапанированию индекс С, устойчивость к сопротивлению качению тоже индекс С. По шуму 72 дБ производитель заявляет, что, на мой взгляд, довольно-таки много. Хотя на официальном сайте Nokia производитель заявляет, что это тихие шины. Данная модель уже успела набрать некий пакет отзывов на просторах интернета, также среди наших клиентов. И один из самых главных недостатков – это шум. Максимальный акустический дискомфорт ощущается на скорости 70-80 км в час. Из плюсов – крепкая боковина, отличная управляемость, что на сухом, что на мокром асфальте. Наши клиенты оценили уже. Так что хороших вам покупок, друзья. Спасибо за внимание.